54-летняя Моника Белуччи поднимает руки в новой фотосессии. Она сдается перед обаянием 36-летнего французского художника Николаса Лефевра. Моника представила возлюбленного подругам. Она не боится конкуренции. И папарацци ей не мешают. Влюбленные никого не замечают. Полночь. Звучит заманчиво. Наведаюсь, пожалуй. А вот поцелуи актрисы Кейт Бекинсейл и ее возлюбленного Пита Дэвидсона смущали окружающих. Пару раскритиковали из-за разницы в возрасте. Кейт 45, Питу 25. «Нас это не беспокоит», — ответил Пит. И все же Кейт была задета. Она удалила все снимки на своей странице, где были пикантные фото. Все нипочем бывшей супермодели Хайди Клум. Ей 45, а музыканту Тому Каулицу 29. И весной они не вылезают из постели. Смотрят футбол. Вот-вот поженятся Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Лопес отпраздновала помолвку танцем. Орландо Блум сделал предложение певице Кэти Перри, преподнес кольцо с розовым бриллиантом. Дженнифер Лоуренс помолвлена с директором галереи Куком Марони, а Джуд Лоу готовится к свадьбе с психологом Филиппой Коэн. Народ любит меня? Я люблю вас.